Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль C-Crosser 2007 года выпуска с двигателем 2.4, автомат, полный привод. Это аналог автомобиля Mitsubishi Outlander. Даже некоторые детали, такие как ремни безопасности, висят с маркировкой Mitsubishi Motor Corporation. На этом автомобиле мы сегодня заменим втулки переднего стабилизатора, поднимаем автомобиль и откручиваем скобы крепления втулок. Поднял автомобиль, снял колесо и с одной и с другой стороны. Вот она втулка стабилизатора. И вот за стабилизатор беру. Вот так он ходит во втулках. Стучит, скрипит. Откручиваем два вот этих болта. Головка на 12 с одной стороны и также с другой стороны. Диаметр втулок 22 мм. Головку на 12 длинную взял через карданчик для пистолета. Ну и после того, как ослабим их, можно уже от руки откручивать. Подлезть здесь удобно. Да, все, вот они ослабли. Выкручиваю. Также вот этот задний болт можно отсюда подобраться трещоточным ключом и открутить его отсюда. Убираем болты. Снимаем скобу. И убираем втулку. Вот она втулка. Берем новую. Мы берем оригинальную Citroen 5094 C6. Мажем ее маленько внутри смазкой. Я использую силиконовую. Силиконовая смазка закончилась. Помазал смазкой Фэби для сборки суппортов. Одеваем разрезом, как стояло назад. Одеваем на место скобу стабилизатора. Смазываем резьбу болта. Ну, резьбу болта, как и всегда, я медной смазкой смазываю. И наживляем. Один болт и также второй болт.
Смазаны они уже, крутятся мягенько. Берем, затягиваем. Все, втулку стабилизатора мы заменили. Аналогичным образом мы меняем со второй стороны. Сейчас я покажу. Здесь не менее удобно, точно так же. Ну все, втулку стабилизатора со второй стороны я заменил. Сам процесс уже не показывал, он аналогично тому же. На этом замену втулок стабилизатора переднего мы закончили. Всего вам доброго!